Добрый всем день, уважаемые друзья и подписчики моего канала на YouTube, подписчики моих групп в Одноклассниках, ВКонтакте. Вот уже 3 года я волонтирую вот эту вот собачку. Кто знает, что, ну, кто помнит, кто давно в группе, знают, да, это мама Муси и Пуси. Вот, с весны мы заметили, что у белки, у данной собаки какая-то развивается опухоль под... где матка, вот, то есть, ну, и опухоль росла, собака дикая, вот, дикая она с детства. Сегодня вот целый час мы с моим ребенком, с волонтерой Полиной, вот, ловили белочку, чтобы хоть как-то облегчить ее жизнь, помочь ей справиться с ее бедой, вот. Вот такое у нас выросло. Вот это все кровит у нее уже, ну, то есть большая кровопотеря. Ну, вот. Долго я с ней разговаривала, объясняла, что, ну, что нам нужно срочно оперироваться, что это что-то очень страшное, и без операции белочка просто не выживет. Этих собачек я волонтирую уже 3 года. Ну, вот. У нас сейчас предстоит операция, ну вот, как вы понимаете все, да, операции, ну, не бесплатно, вот, и, естественно, мы будем ее стерилизовать сразу у Гульнары, вот, чтобы она хорошо все это пережила, ну вот. Я очень прошу откликнуться всем и помочь нам в сборе средств на операцию для белки. Вот. Какая сумма, что это вообще за заболевание, я пока не знаю, да. Я не могу об этом сказать, озвучить, но мы будем рады любой копеечке. Вот. Моя группа помощи бездомным животным города Ефремова «Твори добро». Вот. Давайте, люди, не пройдем мимо чужой беды, давайте поможем белке прооперироваться и дальше жить счастливо. Ну, вот мои реквизиты: 42 76 66 20 07 47, ой, простите, 17 47, еще раз извините, волнуюсь, нервничаю. Вот сидим пока, просто сейчас нужно белку заберут на передержку до завтра. Вот мои реквизиты: 42 76 66 20 17 47 08 65 на имя Марии Владиславовны С. Мы будем рады любой помощи, присланной для белки. Ну вот, люди, помогите, не пройдите мимо чужой беды, помогите нам, потому что, ну, как бы белочка тоже очень хочет жить, она еще молодая собачка. Спасибо вам всем огромное.